Футбольный турнир в честь легенды московского «Спартака». На стадионе «Урожай» состоялись матчи, посвященные 70-летию Юрия Гаврилова. На поле встретились как детские команды, так и ветераны отечественного футбола. Подробности далее. В начале мая известному советскому и российскому футболисту Юрию Гаврилову исполнилось 70 лет. Сегодня мастер спорта СССР на Томилинском стадионе «Урожай» приветствует участников турнира, посвященного его юбилею. Приятно, почему? Потому что, когда это все связано со спортом, сейчас с футболом, это для меня это вся жизнь моя. Ну, поэтому, когда вот меня как бы сказали, пригласили, что будет организован детский турнир, я с удовольствием. В турнире приняли участие мальчики 2013 года рождения. За звание победителя боролись три детские команды «Звезда», «Спартак» и комплексная спортивная школа Олимпийского резерва. Первый матч завершился в ничью. Первый нам забили, но потом мы закомбэкали 1-1. Я хочу, чтобы моя команда заняла сегодня первое место. К первому месту стремились все спортсмены, но оно досталось команде «Звезда». Однако для каждого юного футболиста само участие в турнире и возможность познакомиться с легендарными предшественниками уже большая удача и знаковое событие. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.